В понедельник утром жители улицы Адмирала Макарова позвонили в редакцию телеканала НТС и сообщили, что сотрудники департамента городского хозяйства демонтировали один из нескольких заборов, незаконно установленных в защитной зоне объектов культурного наследия. Речь идет о металлическом ограждении земельного участка по адресу улица Адмирала Макарова, 20. Мы слышали, что происходит какой-то такой звук работающих машин. Спустились к 20-му участку, увидели, что происходит демонтаж забора 20-го участка. То есть было решение суда по сносу забора, было предоставлено время хозяевам снести этот забор, так как они там захватили на 1.5 метра еще городскую территорию. Но, по всей видимости, они этого не делали, поэтому сегодня департамент городского хозяйства приехали представители с группой, там, с краном и демонтировали этот забор. Очевидцы прислали в редакцию телеканала НТС фото и видео. Значит, полностью снесли забор, который захватывал территорию городскую. Вот сейчас у них, значит, забора. Сейчас забора нет. Все, полностью демонтировали забор, который идет к спуску к морю. Вот происходит демонтаж. Потому что сами хозяева этого не сделали. Демонтированный забор – один из многих незаконно установленных ограждений, которые практически полностью перекрыли вид на Севастопольскую бухту. Напомним, в минувший четверг, 13 мая, на телеканале НТС вышел сюжет об очередном незаконном строительстве на улице Адмирала Макарова. В тот же день, благодаря бдительности местных жителей и моментальной реакции Севастопольской прокуратуры, скандальную стройку удалось остановить. Во время звонка в редакцию НТС севастопольцы благодарили городские власти за решение по сносу незаконных ограждений, а также выразили опасения. В Севастополе установилась дождливая погода, и вырытый огромный котлован на территории дома номер 16 по улице Адмирала Макарова стал представлять еще большую опасность. Местные жители переживают, что зияющая пропасть, вырытая прямо на склоне, в 20 метрах от железнодорожных путей и жилых домов, может спровоцировать оползень.